Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Мы в городе Перми, в магазине Леруа Мерлен. И, конечно, обзор начинаю с роскошных, прекрасных, изумительных, восхитительных орхидей. Ну что, друзья, начинаем. Приглашаю вас, смотрим. Все орхидеи, друзья, свежие, красивые. В тот раз не было ни одной орхидейки, а в этот раз они есть в прекрасном состоянии. Корни отличные, цены тоже разные. Ну, посмотрите, ну не красотки же. Одна краше другой. Вот это какая интересная цвет. Цена внизу. Сначала показываю растение, дальше спускаюсь к низу, и там цена. Кто смотрел предыдущее видео, у меня освободился горшочек под орхидеи. Я ходила, все выбирала, выбирала, выбирала. Друзья, не выбрала. Завтра съезжу еще в своем городе. Цветочный, мой любимый магазин, думаю, и он полюбился и вам. Посмотрю там, какие привезли орхидеечки. Какая красотка. Народу было еще больше, чем в прошлый раз. Очень-очень много людей. Может быть, потому что настало тепло. 35 градусов сегодня. Душно, жарко, невозможно. И все вышли прогуляться, видимо, по магазинчикам. Здесь так прохладно, хорошо. Очень приятно смотреть и выбирать растения. Фиалочки. Изумительные, красивые фиалочки. Да, цена большая. А сейчас, друзья, я временно прерву свое комментирование и включу спокойную легкую музыку. Приятного вам просмотра. Думаю, что вам понравится обзор растений.
начался, друзья, видеообзор с этих прекрасных орхидей и заканчивается тоже прекрасными растениями. В этом же магазине предоставлен каталог. Все можно узнать об растениях, которые здесь продаются. Очень удобно. На этом все, мои друзья. Видеообзор заканчиваю. Мы поехали домой. Пока-пока. До скорой встречи. Ваша Оля. Здесь были очень комплементарные растения.